Привет всем! Сегодня у нас перетягивание. Участвует УАЗ, участвует бешеный Ford Raptor и, естественно, Hummer. Сейчас посмотрим, кто из них трех будет фаворитом и кто всех перетянет. Итак, первый у нас УАЗ и Ford Raptor. Раз, два, три. Погнали! Вот это неожиданный результат, честно говоря. Вы смотрите, что творит УАЗ против американского Форда. Смотрите, он пытается. Вот так ведет, да? Хорошо, давайте даем шанс. И газа. Где Хироксы? Хироксы, почему вы не едете? БК-система, почему не валишь? Видимо, все дело в весе. УАЗ потяжелее будет, честно говоря. Смотрите, даже по снегу он его начинает увозить. Обалдеть. Так, первый фаворит у нас есть. Дальше выкатываем Хаммера. Посмотрим, что он покажет против Раптора. Давайте. Раз, два, три. Вот это уже битва. Смотрите-ка, даже неизвестно. А нет, известно, я понял. Форд утаскивает нашего Хаммера. Причем достаточно так легко пошел уже. Все, смотрите, на разгон и все. Вот это пошло дело. Но Хаммер все-таки сопротивляется где-то. Давай, Хаммер. Нет, давай, Форд, я за тебя. За кого вы болеете, пишите в комменты. Вот это Форд дает. Ладно, все, Форд здесь победил. Ну и сейчас мы посмотрим, как этот великий УАЗ утянет два ведерка. Форд Раптор и Хаммер. Давайте смотреть, на что он способен. Так, все готовы? Раз, два, три. Воу-хо-хоу! Воу, каша мала какая-то. Так, мы поняли, что... Стоп, не надо ехать. Мы поняли, что... Сейчас, секунду, вот так. Опа, готово. Что он не способен утянуть их обоих. Ну тогда давайте выдвинем нашего непобедимого монстра на шести колесах. Посмотрим, как он сможет утащить эти два ведерка или нет. Давайте, раз, два, три. Пошла жара. Стоп. Ну-ка даем еще шансик. Давай, раз, два, три. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Давайте, погнали его. Увозим его. Смотрите, сопротивление пошло. Мы, конечно, в снегу все тут. Но неплохо справляется. Ну что, давай, третий раз. Раз, два, три. По-моему, ему бесполезно. Давай, Форд, давай, Хаммер. Вот они, потащили его. Потащили. Вот сюда, бум. И снежище опять его. Да, все-таки сливается. Но все мы помним, что Гелендваген 6х6 утащил Паджеро и Крузака. Но они были, конечно, у Крузака был привод один поломан. Если здесь сломать один привод, я думаю, у этого есть возможность утащить. Хотя он едет хуже, чем наш гелик.